Штрафную площадь. Крицук выходит и выручает. Рвется в атаку. Сейчас Костас Цимикас. Против него Стоцкий. Подача. И Станислав Крицук. Браво! Ну, сегодня лучший игрок в составе Краснодар. Да и обидно пропускать матча Вальбуина, который бьет головой. Вальбуина подключает к атаке на фланге. Поденце бьет! Очередное спасение. Исполняет. На ура! Станислав Крицук. Его команда не слишком часто проникает в штрафную, не создает пока моменты. А нижний в атаке неожиданная получилась подача, которая фактически превратилась в удар по воротам. Но Крицук был на месте. И угловой. Козин, удар! И какой удар, между прочим, но Крицук справляется. Вот это да! Не смутило даже такое расстояние. 9 метров. Козина, ну да, там рикошет еще мог помешать Крицуку. Крицук уже летел. И подача в штрафную. Еще одна, удар головой. Крицук спасает свою команду. Опаснейший, великолепный момент создает Нижний Новгород. Простой такой отдачей. Атака из подачи с правого фланга. Подбор за Авдия. Здесь подкат Мартыновича. Авдия с мячом. Удар по воротам. И уже Крицук в игре. И нет углового, что важно. Позволили пробить, да, и скидка прошла. И Авдия боролся за мяч. Нужно аккуратнее в таких ситуациях действовать, потому что Аквинар нападающий мощный. Ни одна команда не прессингует так. Ни одна. О, внимание! Ошибка! Крицук в полупозиции! Удар! Станислав! Забрал Станислав мяч. Все нормально, но вышел он из ворот, как казалось, далековато. И момент получился излишне напряженный. Ну вот и мата говорит. Хорош. Когда хорош, тогда хорош.